открытая розовая роза на бордовом фоне. Замалевок я почистила и промаслила льняным маслом. Прописывать буду замалевок масляными красками. Кисти белка, как обычно, номер 7, номер 6 и номер 5. Кисточка номер 7. И у меня первая тень краплак розовый. Теню первый ряд. Захватываю половину коробочки центральной. Под коробочкой. И немного под вторым рядом лепестков. Чуть-чуть совсем. Теперь набираю Марс коричневый, темный. Кисть не мою, центральную часть, и немного один бок, чуть-чуть теплоты даю. Немного под вторым рядом. На втором плане. Чуть-чуть совсем. И растушевываю. Дать глубину этой розе. На прокладку беру кисть номер 6. Кадмий красный светлый, плюс немножко белил, совсем чуть-чуть. Распределяю краску по кисточке. Краска у меня уже разведена. Разведена. Льняным маслом. Это у меня белило, кадмий желтый темный и кадмий красный светлый. И прокладываю первый ряд. Направление мазочков вот сюда. К ножке. Постоянно оправляю кисть. И начинаю с светлой части и ухожу в тень, плавно растушевывая каждый лепесток, объединяя все мазки в одно целое. И на второй план краску не набираю, ухожу в тень или касаясь поверхности. Беру кисть поменьше.
тот же кадмий красный светлый добавляю чуть больше белил. На лепестки второго ряда поднимаемся постепенно наверх. Светлая часть. Объединяем все мазочки вместе. Три мазка, один лепесток. Немного красного побольше добавила я. И второй ряд на втором плане. Отделяю лепесточки друг от друга, немножко на расстоянии их прокладываю. И чуть побольше белил, посветлее краску. Передний план. Обнимаю низ с двух сторон, как у тюльпана. Затем следующий мазочек рядышком. Такой же в другую сторону из одной точки. И центральную часть закрываю лепестком одним. Двумя мазками. Обнимаю его слева и справа. Беру кисть номер 5. Белила. Чуть-чуть кадмий красный. На облековку первого ряда растушевываю светлый блик в правую сторону. На краю один светлый мазок, и я его растушевываю в тень. Ухожу плавно в тень. Первый мазок на краю лепестка, и я его растушевываю кончиком кисточки в тень. И также с другой стороны. Первый мазочек на краю и растушевываю краску в тень. Так получается светлая часть каждого лепестка ближе к переднему плану. Набираю на кисть побольше белил. И первый ряд. Первый мазочек на краю с поворотом. Короткий по центру. И левым боком закрываю с правой стороны. На краю один мазок, потом короткий по центру и кончиком кисточки закрываю. Первый мазочек на краю. По форме лепестка мазок идет. Следующий по центру и еще один в тени. Можно передний план еще усилить, добавить побольше белил.
Теперь я переворачиваю. Один мазок сбоку, затем короткий по центру. И с правой стороны закрываю этот лепесток. Первый мазочек огибаем центральный и точно такой же чуть в сторону и встречаемся вот здесь в этой точке. Первый с левого бока обнимаю центральный, следующий чуть в сторону. С кончика начинаю, нажим и в эту же точку. И чуть посветлее можно на передний план первые лепестки. На втором плане по два мазочка на каждый лепесток. Очень мало краски на кисточке. Беру кисть номер 5 и набираю на кончик кисточки краплак розовый для рефлекса на кончик кисточки. И начинаю, самый темный рефлекс у меня будет на краю темной части лепестка. Как бы такая небольшая бликовочка. Для живописности, для контраста. Такой прием тоже может быть. И этот же прием можно использовать на втором ряду. Но это нужно делать очень аккуратно, чтобы не сломать форму лепестков. И я беру кисть номер 3 белку, набираю желтую краску, чуть-чуть зеленого добавляю. И тычинки. С одной стороны светлая часть и уходит на нет зеленым цветом. Длинную кисть беру, в желтую добавляю немного белил и начинаю со светлой части из одной точки веером делать вот такие усики, уходя в тень. Передний план можно немножко высветлить.
и белилами тычинки, начиная с переднего плана, и добавляю желтого цвета, ухожу в тень.